Национальная идея подразумевает в себе много аспектов, очень много. Это в частности, это приучение детей к истории, допустим. У меня нет ответа, какая национальная идея. Если бы у меня была национальная идея, я бы ее продвигал, и я бы был вообще в авангарде борцов за национальную идею. К сожалению, национальная идея во всех странах, во всем мире, это как можно больше комфортнее жить и набить себе карман долларами, и это самое, и хорошо отдыхать, хорошо питаться. То есть рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше. В начале 90-х национальная идея стала примерно украсть побольше и уехать из этой страны. И очень долго этот лозунг и был нашей национальной идеей. Это должны делать родители, прежде всего родители, учить своих детей вере. Я считаю, в СССР была, безусловно, какая-то вот общая национальная идея. У людей было очень много общего. Сегодня людей очень много что разъединяет, разделяет, а общего практически ничего нету. Разговаривать о национальной идее бессмысленно, особенно учитывая атомарное состояние общества. Каждый индивидуально решает для себя, что для него на сегодняшний день национальная идея. Будьте добрее, ну сколько уже можно? Везде злоба, кругом война. Ну, это вообще ненормально, я считаю. Просто национальная идея должна быть любовь, мир, добро. Мне кажется, надо хорошо всем работать, каждому на своем месте. Надо развивать промышленность внутреннюю, надо бороться с коррупцией. И надо слушать хорошую музыку. Вот тебе будет хорошая национальная идея.